Аслан Георгиевич. Я знаю, что у вас в сервисе, Аслан Георгиевич, совсем недавно обходя отмечал два праздника. И День признания, День победы независимости. Я вас хочу еще раз поздравить, пожелать всего доброго вам, всей Абхазии, всему народу Абхазии. В начале разговора хотел бы отметить, что у нас в целом ситуация развивается хорошо. У нас рост товарооборота за прошлый год 73%. Развитие социально-экономической сферы Абхазии. Мы с удовлетворением отмечаем, что в последнее время нашим отношениям придан дополнительный импульс. Идет процесс гармонизации. В рамках гармонизации сделано очень многое. Предстоит еще сделать очень много. Поэтому это то, что сближает наши позиции в рамках создания единого социально-экономического пространства и оборонного пространства. Это очень важно. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Мы вас за это хотим поблагодарить. Спасибо большое.